Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп! Стоп! Стоп, Олег! Что там, дверь открылась, что ли? Задняя дверь открылась, да, у вас? Подожди, миску надо поймать, чтобы не утекла. Я хочу поймать. Собачья, лови ее. Ты аккуратно только смотри, ты сейчас, чтобы не утонул. Ты вперед подай немного, я ее пойду. А, вот, нормально, сейчас на трубу выйду. Аккуратно, скользкая может быть. За ручку держись, вот. Золотишко. Золотишко, да? Золотишко. Одна выпала. Вот такое, ребят, ЧП произошло. Бензиновая канистра не была закреплена, ударила в дверь и ее открыла. Все, ребятки, мы поехали дальше. Поехали потихоньку. Да-да, готовы. Первое болотце. Сейчас будет открытая вода, будет переплывать. Ну вот, ребят, вот такой вот у нас еще видок появился. Как вам, ребят? Нравится? Да. Нравится? Напишите в комментарии, как вам такой вид. То есть как будто вы посередине нас сидите и с нами едете. Видите ровно то, что видим мы глазами. Здравствуйте, Васильевич долгое время провел, детство провел в Мудре. И рассказывает мне о природе, о растениях всяких разных. Правда, сам нифига не помню уже. Давно-давно это было. Но пробовал я тогда достаточно долго. Один раз проехал на всю жизнь. Сейчас не забыл включить камеру. Сейчас мы преодолеваем первая даже серьезная мощность препятствия. Вот здесь где-то должен быть кустак выезд. Мы его сейчас ищем. А нет, вот здесь дорога. Начинаем цеплять то. А я с багульника зверею. А я тоже не зверею. Ну вот, ребятки, еще вторая у нас преграда. Олег, здесь аккуратно, здесь камни со дна можно поймать, посмотрите, потихонечку переправляемся. Давай, Герд, первый, пожалуйста, покажи на второй.
ребят дела? Камни ударяют по колесам прям вообще хорошо. Да, торопиться не будем. Ну, гряда выходит из воды. Морожку, ребят. Сейчас пойдет с фонариком, пособирает. Мы пособираем, пособираем. Мы поем, поем. Потом вам расскажу, какая она вкусная. Не понял. Повтори еще раз, повтори.
Так, господа. А что, может, бугор же найдем нормально? А где ты бугор найдешь? Видишь, отойди, здесь везде так. Чтобы наши... Ребятки, ну что же, решили в болоте не стоять, поехали в лес. Посмотрим, что там в лесу. Честному, да, будет? 2 градуса в ту сторону. Мосье, je ne pas si jour. Что мы будем? Жур? Жур? Жур делать будем. Не жор. Можем жор делать. Вот. Хорошо собачкам, да? Корма им посыпал, они радостные, довольные, счастливые. Шмяк-шмяк, бряк-бряк. И все. Ну, я думаю, нам сейчас тоже будет, ребят, хорошо. Вот, ребят, тут разгрузка происходит. Что в этих ящиках у нас? В этих? Да. Бакалей, консервация. Это же какой-то ужас. Так, а что, сидели? Да, разгрузка, это вот капец. О, Мишаня тоже у нас разгрузку. Мишань. Делай, знаешь, как правильно. Один сюда холодильничек, чтобы мы сел на один, сел на другой. А мы посмотрим, как они сядут на складные стульчики здесь. Правильно? Котлет? Давайте, ребят, гриль. Как я не упирался, меня уговорили. Ребятки, отрабатываем новую технологию приготовления котлеток. Я теперь с Мишкой ввожу вот такой фарш. Вот такой, любимая жена делает его. Замораживаешь его, а потом берешь днем там кидаешь в холодильник, он размораживается в холодильнике и делаешь такие вкусные котлеты. Хочешь люляшки, хочешь копешки, хочешь сердечки или львиные мордочки. Вот. Получается очень вкусно, уже опробовано. Ребят, очень хочется спать. Сегодня промчали. Кто тебе не дает? Кто не дает Мишке спать? Молодцы. Все, ребятки, мы спим. Вон Мишка что-то муркает еще. На самом деле он уже спит часа два. Вот так вот в кепке. Еще храпит. Сейчас перестал. Временно. Все, спим, отдыхаем. Сегодня такой день был. Сборный. Пока ребята собрались. Хотели за часик, получилось за 3. Ну, чего, проехали мы сегодня 15 км. Такой первый участок было. 3 переправы. Болото. И вот сейчас уходим через такое редколесье. Ну, утром пойдем через редколесье и в тундру. Вымотались вообще. Что-то сама вроде день ничего не делали, а уже ни сил, ни желания, ничего нет. Вот обнимаю Мурку. И буду спать тоже. Шаньку уж давно лег. Так что так, ребят. Спокойной ночи. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.